Привет, девочки и мальчики. Мы у меня на работе. Сейчас покажу вам, как работает ризограф. Ризограф это типа ксерокса, только очень скоростного. Ну и принцип печати чуть другое. Значит, так, сюда мы ложим бумагу. В данном случае это газетная желтенькая бумажка. Там он печатается. Здесь мы уже получаем готовые этикетки. Производительность, как вы видите, довольно-таки большая у него. Так, ну да, это максимальная скорость, и вот он клепает. Здесь обычное стекло, как у сканера. Вот этот оригинал. Мы его уже сделали, мастер-пленочку. Так, сейчас остановим. Так, все у нас стало. Значит, как оно работает? У нас есть такой барабан. На барабане вот такая пленочка, значит. На пленочке... А вот тут красочку даже видно, вот. Плохо видно. Ну, значит, лазером прожигается на пленочке отверстие, там, где был текст, когда мы сканировали изображение. Сквозь него сочится краска. Краска вот такая жиденькая, в такой тубе. И, кстати, надо сохнуть чуть-чуть после печати. Хорошо, агитматериал какой-нибудь фигачит, так как скорость большая. Вот разогнал, все, пошел, циферки бегут. Всего мне надо 16 тысяч листов сегодня отпечатать. Ну, это ерунда, такой производительности, ну, часа 3, наверное. Также вот широкоформатный, а нулевого, копир-принтер. Это вот к этому копиру, вот он сканер широкоформатный, а 0, он, наверное, метр сканирует. Тоже точно такой же аппарат. Также что у нас? Широкоформатный фотопринтер Epson и Konica Minolta. А третьего формата цветной принтер. Ну, это наши рабочие места. Копиры, принтеры. Также есть еще широкоформатный ламинатор. Вот он стоит. Вот. Это пленочка тоненькая. Вон там красненькие это валы, который нагревается и заставляет прилипать. Это электрический степлер, на педальку нажал, скрепка защелкнулась. Так, это ручной ламинатор на полу, это второй ризограф. Этот может печатать четырьмя цветами, ну, по раздельности, естественно. Вот, кстати, зеленая красочка от него. Вот так. Вот, а всякие бумаги на фотопринтер. Вот такие дела.